Накануне помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что текущий объем валютных резервов России не позволяет поддерживать курс рубля. Единственным рычагом влияния Центробанка остается ключевая ставка. Она, по мнению Белоусова, в среднесрочной перспективе может снизиться с 11 до 4%. Возможно ли такое снижение ставки, а также какие меры, кроме этого, могли бы поддержать курс рубля, мы выясняли у эксперта накануне ТВ, независимого экономиста Александра Одинцова. Почему у нас экономика в последние там, несколько лет, грубо говоря, встала колом? Потому что, когда у нас инфляция была порядка 12-15%, курсы реально укрепился, и отечественная продукция, она не конкурентоспособна. Поскольку у нас модель целевая, то есть реальная наша модель экономики, это сырье в обмен на все. Поскольку у нас модель такая, то ЦБ, он целенаправленно все это время поддерживал курсы рубля, пока резервы ему позволяли. Для чего он делал? Во-первых, для того, чтобы у граждан было ощущение псевдобогатства, которое они испытывают, покупая телевизоры и дешевые телефоны за рубли. А во-вторых, для того, чтобы обслужить потребности валютных спекулянтов, потому что когда курс лежит в одной плоскости, достаточно удобно инвестировать. И вот резервы иссякли. И нам заявляют, что остался только один способ удержать курс рубля. Это снижение ставки Центробанка с 11 аж до 4%. Возможно ли это? Есть ли еще способы? Я думаю, что практически невозможно, потому что если снизить ставку, это вызовет немедленную атаку на рубль. Это возможно только в том случае, если будет принято предложение академика Глазева по контролю за капиталом. Объясню почему. Потому что если будут ставки снижены, это приведет к тому, что валютные спекулянты будут просто брать рубли по очень дешевым ставкам и будут атаковать рубль. Это совершенно банальная вещь. Фактически мы не можем имитировать рубли, потому что для этого нужен либо приток нефтедолларов, которого мы сейчас просто не имеем, либо нужен контроль за капиталом. Или-или. Я побаиваюсь вообще, что нам для того, чтобы достичь состояния экономического роста окончательного, вполне возможно придется еще девальвировать рубль. То есть способы удержать рубль и остаться конкурентоспособными на внешних рынках есть. Надо только начать думать. А что делать простым гражданам? Тут просто думать не поможет. Что будет с рублем и чего нам ожидать? Александр Одинцов считает, что надо следить за уровнем резервов, информация о которых есть на сайте Центробанка. Именно она сейчас наиболее точно отражает поведение рубля. Вот этот вот индикатор, он будет показывать, как будет себя вести курс рубля. Если сейчас ситуация будет неблагоприятная, то есть цены на них, допустим, могут снизиться, то в этом случае, конечно, резервы могут у нас сократиться, в этом случае будет какое-то ослабление рубля. Пока резервы на месяц, я думаю, что курс колебаться в каком-то определенном диапазоне. Что касается инвестиций в доллар, чтобы этим заниматься, это нужно иметь там счет в банке. Обычные люди, которые просто купят эти доллары, а потом будут пытаться пристроить их в обменнике, он ничего не получит. Нынешняя ситуация у нас полный тупик экономической модели. Скорее всего, в осени должна быть какая-то развязка, но максимум в течение половины следующего года. Если ситуация такая, что мировая экономика будет меняться, а все индикаторы показывают на то, что она будет развиваться благодаря Китаю, то я думаю, что где-то есть предпосылки для того, чтобы мы наконец-то немножко подумали. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».